Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать, как даже выйдет iOS 13 Beta 5. Итак, давайте же начнем с того, что iOS 13 Beta 5 предположительно будет через неделю с момента предыдущей версии Beta 4. Это, как правило, так они выходят. Если бывает задержка, то это очень редко. Но это iOS была самая забагованная бета-4, слишком много багов с фото, с вылетанием приложений и тому подобное. Знаем, что 17 числа было, предположительно будет с 24 по 26 выход, может даже быть, что и 22-23 выйдет. То есть такое есть, такая вероятность, скажем. Что предоставится в новой iOS, это возможно вообще уберут 3D Touch, оно вообще не будет неполноценно для новых устройств, когда выйдет iPhone 11 или как они его назовут. Нам предоставят их в сентябре, так же самое, как и релизную iOS 13. Поэтому что-то они делают, я думаю, не просто так этот Haptic Touch. Так как я не думаю, что из-за одного устройства, там за iPhone SE, там они бы ставили вот этот Haptic Touch. Значит, они готовят что-то нам на сентябрь месяц. Вот. Будем ждать и посмотрим. А так, что предоставит BT5? Скорее всего, просто пофиксят батарейку, пофиксят те баги, которые встретились в BT4, добавят, как всегда, там всяких эмодзи бестолковых. Я не знаю, кто ими вообще пользуется подробно, там как смайлы какие-то выбираешь стандартные. Как по мне, этого более чем достаточно, но не суть. То есть поисправляют же ошибки с интернетом и все остальное. То, что там не делается резервные копии у кого-то, не загружается голос Siri, как у меня был, и всякие такие другие мелочи, где они выскакивают. В общем, будем ждать. Не забывайте подписываться на канал, смотреть мои новости, которые я выкидываю в сообщество, и подписываться на мои соцсети. Прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Всем пока!